Известная телеведущая Кыргызстана, дизайнер, создатель собственного дома моды «Ассоль» решила создать коллекцию мусульманской одежды, которую она назвала «Восток». Это вызвало особый резонанс среди прекрасной половины человечества. Вот так вот пишет она в своей коллекции. После официальных запретов на хиджабы во Франции, Казахстане, автор коллекции принципиально подготовила серию коллекций, посвященных религиозной теме. То есть у этого модельера это был очень вынужденный и принципиальный подход. В коллекции в каждом наряде использованы тончайшие шелка, выкрашенные специально вручную по системе горячего ватика с модными принтами по последним тенденциям сезона. Ручная вышивка, ура, работа со шнуром делает коллекцию более изысканной и оригинальной. Каждый наряд обрамлен этническим кыргызским узором, который берет свое начало еще в далеком прошлом. Узоры, обращенные к предкам, помогают отличительной чертой акцентировать на своеобразии кыргызского народа. Бархат, шелка, атлас, хлопок, батист, батик – все фактуры плавно взаимоменяются и подчеркивают друг друга. Сегодня на нашей выставке встречаем коллекцию, которая называется «Восток». До моды «Ассоль», Кыргызстан. Glory be to Allah.
Amen.